Всем привет, ребят. Ну что, хотите поржать? Я тоже, в принципе, сейчас ржу, и вы тоже будете. Это просто еще одно доказательство того, что на русском сервере нет смысла играть. Дождался я полуночи, думал уже идти спать. Хрен забил на Castle Clash, потому что надо от него отвыкать. И захожу... Не открыли у нас после полуночи, скорее всего, в 8 утра у нас откроют акции, как обычно, и дадут подарок Клэшера. Ну и захожу, смотрю, вот на сардельке, да, там. Сейчас я попрохожу, и вы поймете, о чем речь. Ну, думаю, вы и так многие увидите. Я вам показал на китайке, сейчас еще раз покажу награды за акцию. Мы вернемся к этому. Ну, просто нет слов к чему. Думаю, вы и так все прекрасно поняли. Поехали на китайку. Просто как можно в одной и той же акции делать такую хрень? Другим словом, этого не назовешь. Это делается именно на русском сервере. Такс. Возможно, починят, но это не точно. Смотрим плюшки. Карта временная. 5 камней Апекса, красные, желтые, книги, карта. 8-я эмблема. Вот внимательно смотрите, ребят. 8-я. Не первая, не вторая, не третья, не седьмая, 10-я, 8-я. И одна карта. Идем на русский сервер. И просто смотрим. Многие просто этого, возможно, не заметят или не заменуют, или не досмотрели. И что мы видим? Все вроде то же самое, но почему-то первое. 8-я, 1-я, я понимаю, там 6-я, 7-я, ну вообще какая разница, везде одинаково должны быть награды. Но почему-то на русском первое. Как так? Ну, вот вы делаете эту акцию, запускаете ее. Системная ошибка, ладно. Скажем так. Ну, а прикиньте, кому-то выпадет реально первое, и потом ему ни хрена не выпадет. Как это объяснить? Вот 4 минуты, сейчас зайдем за 4 минуты и попробуем. Ну, короче, не знаю, нет слов. Пишите в комментах по этому поводу, что вы думаете, хотя что тут думать. И так уже давным-давно понятно, я вам уже не один видос показал, что на русском сервере, к большому сожалению, да, во всем Castle Clash это и так понятно, что с каждой обновой все печальнее и печальнее. Понимаю, что игра уходит где-то непонятно куда. Но вот дальше это просто звездец какой-то. Смотришь на это все и понимаешь, что им просто пофиг. А если я вот буду просто ржать, вот сейчас давайте ради интереса зайдем, посмотрим, напишем техподдержку вопрос. Ну, я не знаю. Так, подождите, что у нас
Вот ошибки в игре, вопросы о потере предмета, вопросы по акциям. Другие вопросы. Блин, сейчас, ребят. Давайте так. События. Карта богатства, да? Карта богатства. Эмблема изворотливости. Зайдем просто ради интереса, потом посмотрим ответ. Если он, конечно, придет на этот аккаунт. Потому что как-то странно. Так, дать запрос. Будет. Так вот сделаем. Так, в очереди, статус в очереди 11.5. Ждем, в общем, ответа. Не знаю, что-то даст, это не даст, возможно, поменяют. Но хотя я написал с обычного аккаунта, я не написал там на английском сервере. Посмотрим, что выйдет на английском сервере. Ну, там, я думаю, все будет нормально, как обычно. На русском сервере... Пишите в комментах, вот интересно, кому-то попадется эта эмблемка или нет. Интересно будет, чтобы написали. Вуаля, ребят! Вот принт-скрин даже можно сделать. Вот, знаете, вот хочешь и попадешь. Вот мы попали. А теперь пусть они поменяют мне эмблему вот эту. Вот посмотрим, что они нам ответят. И что они сделают? Вот интересно будет, как русская поддержка. Поехали в подземке. Даже видите, не надо никого спрашивать, кому она пришла. Вот явный пример. Это просто обалдеть. Восьмой изворот. Посмотрим, как они. Конечно, это не исцеление там, но все равно это восьмая эмблема. Для бездонатного аккаунта это реально очень круто. Посмотрим, что они на это скажут. Вот я ее даже получил. Может, мне там выпадет еще одна. Посмотрим. Короче, как раз попали именно в точку. То есть есть видос. Посмотрим потом, какой будет же все-таки ответ. Две штуки. Две штуки первого левела. Можем потом даже видосик ставить им ссылочку. Пусть посмотрят, как же так выходит. Лучше не придумаешь. Пусть ответят. Если не ответят, думаю, вы понимаете, что смысла на этом сервере играть нет. Если ответят и скажут, что такие вот награды, значит, злобы получается. 100% русские.
Если исправят, будут красавчиками. То есть вариантов как бы немного, результат есть налицо. Пишите в комментах, что вы по этому поводу думаете, и будем дальше смотреть на развитие этой ситуации.